Я очень часто получаю фидбэк от моих подписчиков из Казахстана о том, что у них очень большой пинг. Играть в CSGO не очень-то и приятно, и люди реально выживают. Они обучаются и привыкают к пингу 100. После этого они по-настоящему обыгрывают тир-1 сцену и переезжают из Казахстана. Но я решил проверить, насколько по-настоящему сложно играть из этой локации. Для этого я сравню, насколько мне будет комфортно играть в Питере. Этот город находится очень близко к Европе. На Финляндии у меня пинг 7, на Москву 11, на Германию 30. Это хорошее место для киберспорта. И потом я перееду в Казахстан, в город Алматы, и посмотрю, насколько же там все сложно. По-настоящему ли будет пинг 100, как это популярно в народе. Я буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал, если вы это еще не сделали. Спасибо большое всем, это правда очень важно для развития этого канала. Ну, а мы приступаем, давайте начинать первую катку. Первая игра у нас будет на карте Vertigo, сервер Германия. Давайте посмотрим, что будет. Я начал игру в соло, как и сделаю в Казахстане. Пинг у меня 35 в табе и 42 настоящий, который выписывается в нетграфе. Электро. Heaven. Найс. Найс, guys, you're so good player. I got connect. Minus connector. It's A. Oh, gap. Ну, кстати, вот говорите, если про спрей, который сейчас был, правда было легко. То есть все мои действия были под контролем. Зажал, убил. Сделал трансфер в другую сторону. Все было как и планировалось. Интересно, что будет в Казахстане. Two middle. Окей. And there can be connector. Connector two connector. Two. One more. Heavy bomb. Nice! Dexel! Nice. Видели сейчас, как я сделал? Вот, уверен, что не получится в Казахстане такое. Nice try. Don't peek. Блин, ну слушайте. В целом, выиграть ее можно было. Если говорить по стрельбе, то я ее чувствовал максимально. В конце игры я уже разогрелся. По-настоящему комфортно играть. Сейчас для сравнения проверим, получается, матчмейкинг. Я запускаю просто карту Demirage без каких-либо настроек. Ну и давайте сыграем короткую. Вот так же я сделаю в Казахстане. И мы посмотрим, насколько все разнится. Погнали. Рандомный сервер, который мы сейчас запустили в матчмейкинге, дает нам 25 пинг. Сейчас я, по идее, должен чувствовать каждую пульку, выпущенную из моего ствола. Туда его. Мгновенно умер. Мгновенно умирает. Да. Блин, какой бы ни был бы пинг, если ты бездарь. Ха, ты во всем бездарь. Ладно, тупость не показывает. Это рабочая тактика. It's B. Чтобы понять, что это B. It's B. All B. All B. Я бы сейчас буду обосранным, если это А. I am not dog. I'm cat. Idiot, что это такое? Надо отыграть раунд, чтобы команда в меня снова начала верить. Надо отыграть этот раунд. Боже, я исправился. Иди тренься, написал парень. Когда меня злят, я очень сильно греюсь. Да ё, просто это. Не, ну с такой грелкой. One middle. Да, очень неприятно, я ужасно играю. Ладно, мы проиграли. Но в целом, как факт, мне было очень приятно играть. Очень классно. Ну, если говорить про Сабершок, то я считаю, что пинг выше 80 это уже неиграбельно, некомфортно. 80 это еще более-менее. Посмотрим, какое количество локаций на Сабершоке позволяют из Питера играть комфортно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Киев тоже будет пинг 15. Все локации, которые есть на Сабершоке, доступны для игры из Питера. Посмотрим, какая будет картина у нас из города Алматы.
Небольшая рекламная интеграция на сайте CSFL. И фишка этого сайта сейчас не только в том, что вы можете отыграть каточки и потом забрать скин, но вы можете и обменивать эти скины на баланс. То есть сейчас нельзя в Steam закинуть деньги, но используя CSFL вы можете, нажимая просто пополнение через любую платежную систему, поставить нулевую ставку в краше, приподнять эту сумму и после чего забрать себе в Steam, продать скин и получить деньги себе на баланс. Все, забираем. $165. Мы сейчас это выводим. Приходит ред, мы продаем и можем покупать любые игры, которые хотим. Ну а ссылка на CSFL есть в описании. Ну а также я оставлю в описании промокод, который даст вам 35% к пополнению. Прямо сейчас я нахожусь в городе Алматы, Казахстан, в киберклубе Neon. И что я могу сказать? Я сейчас уже готов тестировать, насколько здесь комфортно, либо некомфортно играть. Я предполагаю, что будет пинг около 100. А это на самом деле уже в два раза больше, чем питерский, европейский пинг. Если говорить про девайсы и вообще все то, что я вижу здесь, тут клавиатура SteelSeries Apex Pro TKL. В целом она неплохая, но тут есть такая очень интересная фича. Я вам сейчас ее покажу. Такая интересная клавиатура от SteelSeries. Она показывает всю статистику из таба. Количество раундов, которые мы сыграли, и количество раундов, которые мы забрали. Но все равно мне нравится больше 915-я Logitech. Если говорить про мышь, то Zowie EC2, либо EC1, я честно не знаю, как называется, она тут нигде не написана про это, но в целом она мне нравится. Я в свое время играл на Zowie и кидаю ей респект. Вот только провод, когда у них пропадет, будет получше. По наушникам SteelSeries Arctic, они по цене примерно как стоят G-Pro, но по качеству, по звуку, по звукоизоляции тут везде все плохо. Ну, к сожалению, мне не нравится. По монитору здесь у нас 280 Гц Asus, но я выставил 240, потому что 280 ни рыба, ни мясо. После 360 я не понимаю на самом деле такую герцовку. Ну и все в целом на самом деле играбельно. Я бы хотел бы посмотреть сейчас, насколько будет это все комфортно в игре. Поэтому я запускаю матчмейкинг, после этого фейсит и потом на слабешок. Приступаем. Го, погнали. Так, я только что запустился, у меня пинг 103, 102, 101. У меня в команде Сектыр G2. Это казахи? Казахи, это вы? Я казах, блядь. Оу, я не понял, как его убил на самом деле. Не туда стрелял. Что это? Ай-яй-яй. О, зомбан. Найс трай, найс трай. Как я его не убиваю? Как я его не убил в тот раз? Найс. Ой, блядь, молодец. Не, ну если вот без шуток. В Питере я бы убил бы его. Боже. Туда его. Тут. О, пошла. Пошла. Эй! Да! Работаем, работаем. Туда его. Ну, блин, ну я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас меня выебет, блять. Блять, в кон вышел. Саш, пик. Вы это видели? Вы это... Ты видел этот тайминг? Ладно. Так, друзья, сейчас я запустил фейсит. Посмотрим, что будет. Пинг у нас ровно такой же, как был в матчмейкинге 100. Сервер у нас Германия. Сити-сити. Вау. Тройка, да, тройка. Да, такое. Зипу убил. Допустим, хорошо, боже. Найс. Хорош. Я не вижу. Да-да. Да-да-да-да. Дай. Блин, не чувствуется пока что, вообще не чувствуется стрельба. Давайте удачи. Вы помните, что из Питера были все локации, подходящие по пингу. Смотрим, что у нас в Казахстане. Больше 80 мы не учитываем. Получается, мы можем играть более-менее в Алмате, в Москве, в ЕКБ, в Варшаве. Вот,
На Германию пинг 100, а это самый частый сервер на фейсе. Я сыграл около 10 каток, находясь в Казахстане, и у меня всегда был пинг 100. Но максимум было 85. Это печально. Казахстан находится по-настоящему далеко от серверов, которые есть в КС. Но есть хорошие новости. Есть лиги казахские, есть серверы казахские даже у нас. И когда заходишь играть с пингом 5, это совсем другие эмоции. Чувствуешь то, что тебя не будут ебать. Честно, желание играть в КС у меня из Казахстана просто ноль. Я давно не играл с КС. Но сегодня у меня несколько раз включался интернет, у меня было автоподключение. То есть, если забыть про пинг, то сам интернет казахский работает не очень исправно и не очень стабильно. Люди, которые добиваются чего-то с таким пингом, вы красавчики. Вы, скорее всего, умеете играть в ту игру, в которой другие не умеют. Серьезно, мне кажется, человек, который играет с пингом 100, он играет совсем не в эту игру. У него свои тайминги, у него свои правила стрельбы и у него свои стрейфы. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Эрик Шоков. Сейчас нахожусь в Казахстане, но когда этот ролик выйдет, я уже буду в Грузии. Там пинг тоже не лучше, но, думаю, более-менее. Не забудь подписаться на канал и на мой телеграм, который есть в описании. Пока, дружище.